Рестлфрении номер 2 должна была стать триумфом для семьи. Ты это понимаешь? Начиналось все довольно неплохо. Сначала Сигурд выиграл кубок GCW, а потом Александр добавил к семейным реликвиям титул хардкор-чемпиона. Ну а дальше все пошло наперекосяк. Сначала Салдаев с этим предателем и вероотступником Индиго украли титулы командных чемпионов у меня и Майкла. А потом тот, кто носит такое гордое и славное имя Сергей Конор, тот, кто называет себя белорусским медведем, но сам, как сорока, тащит в свое гнездо все, что блестит. Но благо ты, ты, сын мой, верой и правдой сражался и не отдал ему титул чемпиона GCW в открытом весе, то, что по праву принадлежит семье. Отец, каюсь, мне не удалось вернуть лоно семьи и корону Беларуси. Но и для белорусского медведя эта победа оказалась первой. Ну а исход сражения за титул чемпиона GCW в открытом весе был более чем предсказуем. Теперь настало время отвоевать то, что по праву принадлежит семье. То, что по нелепому стечению обстоятельств находится в руках узурпаторов. Индиго и Владислав Салдаев. Знаешь, отец, Индиго мне никогда не нравился. Он слишком правильный. У нас разные взгляды на жизнь. Этот ренегат воевал за тебя, а теперь связал себя с раковой опухолью GCW, Салдаевым. Влад, надеюсь, ты помнишь, как я надавал тебе пощам? Дважды? Оба раза он пытался отобрать у меня чемпионские титулы. Ну а что теперь? А теперь мы с ним поменялись ролями. Теперь я охотник, и ты жертва. О, отец Евгений, мне не терпится вернуть титулы туда, где им самое место, в наше родное гнездышко. Ведь семья превыше всего. И да, кстати, пользуясь случаем, я скажу пару ласковых Дмитрию Ной. Не произноси при мне больше этого имени. Для него есть в GCW только одно. Забвение.